по-моему, норм. Хорошо, вот эта штука мне нравится. Посмотри мне в лицо, мой друг, сколько много воды утекло, и тебя называют куколд. Почему называют куколдом? Тебя не понять никогда мне, мой друг, никогда не понять, ведь ты просто прекрасен, мой друг, прекрасен, мой друг, прекрасен, мой друг. Я стримы твои смотрел с 5 лет. И поэтому я вот такой, какой я есть теперь, мой братан. Запомни, я видел тебя с 5 лет, и поэтому я свою психику продал врачам, продал врачам, продал врачам. И поэтому я долбоёб теперь, и такой я теперь, как озон, снимаю сценки с твоим лицом. Бедный маргинал. Ведь раньше ты был намного умнее. Ведь может быть даже раньше я мог бы сказать, что ты гений, но это неправда. Сейчас отупел ты немного, Марго, от общения с теми дебилами, что ебут тебя в рот. Жирный продюсер, тупой Иванов, блядь. Когда выебал он тебя в рот, как будто бы борода выебал толстый продюсер, блять, это было ужасно, мой друг, ужасно, мой друг. Сколько можно страданий в жизни твоей, сколько можно страданий, так ты ж еще гей, у тебя страданий больше в 2 раза, ведь ты похож на пида. Нельзя сказать, да не одобряем эти слова, к сожалению. Марго. Марго, на самом деле. Ты провел нам свет в будку, но стал проституткой, и стал проституткой. Ты продал себя, свою душу отдал, и философию в рот ты ебал, ебал, ебал философию в рот. Почему ж ты теперь такой урод, блять? Зачем? Почему? К чему, блять? Опять, опять, опять ты ебал философию в рот. Платона ебал, Канта ебал, Шопенгауэра тоже ебал, и Ленина тоже ебал. Кого же ты только в рот не ебал? Лишь Рассел тебе прекрасен и мил. Ты Рассела лишь возлюбил, полюбил, вошивал, отъебал, поимел, отсосал ему хуй. Марго, почему ты халуй? Философия просто тебе и не нужна. Философия больше тебе не важна. Но ты был такой классный, прикольный чувак, и в очках в общаге сидел и стонал, рассказывал нам про Аристотеля. И это было так достойно, бля. Охуенно было, Марго. Я тогда зауважал его. Я зауважал его в тот момент, когда увидел его лекции. Он как поэт рассказывал о великом Аристотеле. Парни, стойте, он реально рассказывал про Аристотеля, и это было достойно. Вот вам фристайл, короче. Нормально, пойдет тоже, да? Вот. Кстати, по-моему, душевненько, да, вышло?